Всем привет! Я нахожусь на Лиговском проспекте. Здесь вышел погулять в центр города. Вот это большой торговый центр, галерея, насколько я понимаю. Ну что сегодня я сделал? Я заказал себе очки. Очки я заказал в аптеке. Какой-то взгляд там, счастливый взгляд. Я сейчас хочу подойти к этой аптеке. Вот эта аптека. Отдельная аптека. Аптека доктор Столетов. И счастливый взгляд. Это магазин, в котором я заказал очки. Где-то во вторник я их получу. А теперь я направляюсь дальше. Я хочу найти столовую номер один. Самая лучшая столовая с дешевой едой. И вкусной, главное. Не только дешевая. Сейчас я двигаюсь по направлению Московского вокзала. Еще чуть-чуть, и я выйду к Московскому вокзалу. Вот Московский вокзал. Это странная будка. Пресса, что ли, здесь продается? Вот здесь вход на станцию Площадь Восстания. Один из входов. Здесь везде полиция. В вокзале обычно. Вот торговый центр Галерея. Галерея. Что, направляюсь к Невскому проспекту. Уважаемые пассажиры, станция «Зенит» закрыта для входа и выхода пассажиров. Перехожу через Лиговский проспект. А вот и столовая. Сдаю столовую номер один. Вот я себе такой обед взял. Это салат. Это борщ. Это пюре с котлетой по-киевски. Сок яблочный. И торт Наполеон. Вот его я едва смог съесть, зря взял. Все это стоило где-то 380 рублей. Очень-очень даже недорого. Двигаюсь по Лиговскому проспекту, Невскому проспекту. Затем налево поворачиваю. И иду до станции метро Маяковская. Поел я на славу. Ну все, поездка заканчивается. Со станции метро Маяковская я еду до станции Ломоносовская и потом иду домой. Спасибо за просмотр.